Привет! Сегодня у нас с вами педикюр, дизайн, и в конце видео также будут объявлены победители. Приятного просмотра! Для сегодняшнего педикюра нам понадобятся трафареты, или как их еще называют, винилы. На хорошо просушенную белую лаковую основу клеим трафарет, очень хорошо фиксируя края. Для дизайна использую яркие лаки калейдоскоп и какой-то черный лак. Закрашиваем белые участки лаками на ваш выбор. Не дожидаясь высыхания лака, снимаем трафареты. Можно поставить точку в серединке ногтя. В серединке розовой точки поставим черную, чуть поменьше. Фиксируем дизайн топом, и педикюр готов. А сейчас переходим к выбору победителей. В этом мне поможет моя дочка, совершенно независимый человечек. Итак, давайте начнем. Если вы видите свое имя на экране, поздравляю, вы выиграли в моем конкурсе. Пожалуйста, свяжитесь со мной в течение 2-3 дней. Почта указана на экране, а также внизу под видео. Спасибо всем, кто принял участие в этом розыгрыше. Победителей поздравляю еще раз. Всего хорошего, пока!